Чаечек у меня сегодня заваренный с чагой и с шиповничком. Вкуснотища. Что может быть полезнее, ребята, чем такой вот отвар таежного чая? Ну, здравствуй, избушка. Привет. Чего тут был, кто в избе не был? Эх, избушка, избушка, вся паутиной поросла. Так-то хорошо тут. Порядок. Хозяина тайги не было. Окно целое. Все в порядке. Всем доброго здравия, дорогие таежники и милые наши таежницы. Ну что, друзья, пришла осенняя пора. Это самое время выбраться в тайгу на наше зимовье. Вот. Надо, друзья, привести избушку в порядок к зиме, так как зима не за горами, уже за плечами, можно так сказать. Скоро уже выпадет снег. У нас уже вовсю пошла золотая пора, золотая осень. Вот, сегодня выбрался, ребята, на лесную избушку. Хочу, кстати, навести порядок, подготовить избушку к зиме. Ну, то есть, по возможности хочу утеплить чердак и также заняться строительством беседки около, на улице, около избушки. Ну и по возможности, ребята, также буду готовить доски. Будем делать новый дверной проем. Вот, так как я дверной по проем делал в торопях, вот, делал уже поздно, можно сказать, по снегу не успевал, поэтому надо вот пилить сейчас в срочном порядке, доски распиливать и собирать новую коробку дверную. Так что, ну, такие вот планы на сегодня будут. Ну, а там, что не успеем, уже сделаем в следующий раз. Погодка сегодня шикарная. Сегодня у нас не так жарко и не так холодно. Нету дождя. Как бы небо немножко затянуто, но дождя не ожидается. Вот, ну а сейчас иду за пилой, за бензином и будем приступать к распиловке ветровала. Вот, ветровала, ребята, тьма, просто пили не хочу. Сейчас, ребята, будет небольшая информация для подписчиков, кто на YouTube-канале меня смотрит. Ребята, думаю, ни для кого не секрет, что Google полностью ушел из России. Вот, и также нету монетизации у меня на канале. Кто хочет как-то, чтобы существовал канал далее,
Вот, чтобы я снимал для вас интересные фильмы, обязательно, друзья, подписывайтесь на канал на Яндекс.Дзен. И также подписывайтесь на телеграм-канал. Все ссылочки будут, друзья, в описании под этим видео. Блин, корни тут попались. Пихта рядом растет. Пришлось маленько подрубить. Как бы. Копаю, в общем, ямы под столбики. Сейчас буду строить беседку. Яму копаю сантиметров по 50 где-то. По 60. Вот. Для надежности. У нас земля такая, одна глина считает.
Ну, подготовил я, ребята, ямки под столбики. Сейчас мы их замерим каждую. Это что получается? По 40 сантиметров у меня. Так, вот тут 40. В общем, 4 ямки я выкопал. Да, везде по 40. Больше я не стал. Думаю, 40 сантиметров будет, в принципе, достаточно. Вот. Да, везде 40. Ну вот, сейчас осталось мне что, наготовить валежника, наготовить столбов, вкопать, и можно будет заниматься уже с крышей. Ну, с крышей не знаю, скорее всего, с утра уже начну это все делать, так как дело уже к вечеру. Нужно будет приготовить какой-нибудь обед, хотя уже ужин. Вот. Ну, погодка сегодня прям шикарная, не подводит. Вроде как сперва затянуто было, а сейчас небо разошлось. Ну, высоту, я думаю, мне, скорее всего, понадобятся столбы где-то около 2,5 метров, с учетом, что они еще будут вкапываться. Хотя, да, 2,5 метра мне, в принципе, будет за глаза. Вот, даже если вкопаю, там будет, там сделаю пониже маленько. 2-3 метра это будет, я думаю, много. Ну, хотя 2,60. Вот. 2,60 буду, в общем, делать. Так, еще, ребята, хотел установить сигнализацию. Вот такую вот, лучшая защита от воров для кемпинга, охоты, рыбалки, дачи. Автономная сигнализация. Я про нее, по-моему, как-то уже рассказывал. Она у меня лежала в лесу. Это сигнализация Циклоп 2. Вот, то есть два датчика движения и сама сигналка, которая вешается в избушке. Но это будет попозже маленько. Сейчас разведу бензинчик с маслом. Вот, заведу пилу, посмотрю, что у меня тут с пилой. Я ее еще даже не пробовал заводить. Так, ну цепь вроде нормальная. Вот у меня, если что, у меня что-то, ключ-то я не взял сегодня с собой. Ни свечника нету, ни этого нету ключа. Блин, как я так что-то пролетел вот с ключом, ребята. Забыл, в общем, ключ. Ну ничего страшного, поди, тут мне хватит. Мне, в принципе, сильно много-то сегодня пилить-то и не надо будет. Так. Вот, у меня шершни где-то поселились еще в сенках. Куда-то залетают, не знаю куда вот. Или под козырек где-то. Окно, в принципе, закрыто у меня. Надо проветрить маленько ее. Не пойму, вот куда. Скорее всего, на следующий год придется крышу перестилать. Вот баннер этот. Или сверху прям рубероид потом кинуть. Прикупить рубероида сюда. Постелить сверху.
потому что где-то что-то подтекает у меня в одном месте. На чердак лазил, что-то там где-то у меня сыро в одном месте. Ну вот, сейчас заведем ее, посмотрим, как она вообще будет пилить. Если заведется вообще она. Так, не заводится, что-то у меня пила, в общем, заливает свечу. Сейчас попробую прокалить, вроде как искра-то в принципе есть. Не знаю, у меня даже свечки-то с собой такой нет. Посмотрим, что у меня тут с пивой случилось. Не могу что-то ее завести, ребята. Прям наглухо ее начинает просто заливать. Вроде проверяешь, как бы искра есть, но потом что-то раз она. Я вот перевернул пилу уже. Подергал маленько, как бы бензин оттуда с камеры сгорания вытряхнул лишний. Вот, то ли перекачал, то ли что, не могу понять. Да, таежники, на ремонт пилы потратил, конечно, очень много времени. Вот, думал, заведется сразу, но пила у меня начала компенсировать мозга. То есть поменял, благо была у меня тут в избушке вторая свеча, нашел свечу. В общем, дело все вот в этой вот свечке, то есть в нагаре вот в этом. Вот, я ее и чистил, и обжигал, и что только с ней не делал, заливает бесполезно, ребята. Завести не мог, но только... Вторую пилу разобрал, снял с нее свечку, сюда вставил. В общем, ребята, завелась прям на раз-два. Вот, спасибо огромное, хочу выразить огромную благодарность подписчику моему, который смотрит меня в Телеграме. Вот, в Телеграме с ним списались, связались по прямому эфиру. Благо, тут еще связь у нас нормально ловит. Вот, и он мне помог. Виталий, от души тебе, брат. Спасибо большое. Так что сейчас пойдем пилить. Пилить будем столбы. Вот, пока еще не стемнело, но чувствую, сейчас уже скоро будут падать сумерки. Ну, вот как-то вот так вот. Еще надо будет дровишек напилить на ночь. Так, что нам надо тут 2,60? Я вроде как меряю. Сейчас посмотрим. 2,10, вот, 2,60. Вот сейчас эту лисинку. Тут как раз 2 или 3 столба из нее выйдет. Вот, ну и вон там посмотрю еще где-то лисину. Хотя у меня вот лежит, можно вот эту вот взять. Но это уже осина. Не знаю, она как бы сухая. Даже кора у нее из нее слетает. Сама можно, в принципе, ее на столбики пустить. Но она маленько изогнутая.
Хотя это тут, видите, сколько навалено всего. Вот еще осина лежит. Но это уже, скорее всего, сгнила. Так, ну что, остается замерить, да, отпилить 2,60. Оба, даже много разогнался. Где-то вот тут вот надо. Вот. Вот так вот. Темнеет потихоньку. Так, ну вот у меня что получилось, 2 столбика. Мне надо 4, 2 перекладины. И потом надо будет горбыль пилить. Ну, на доски, на потолок, я имею в виду. Это придется он там из лога, скорее всего, вытаскивает. Он влагу. Смотрите, ребят, сейчас я вам покажу. Там влагу, он, видите, какие толстые лежат, витровальные. Вот, сегодня я уже не успею, сегодня уже стемнеет. Ночью неохота там лазить по этому валежнику. Вот. Сегодня пока что успею, сейчас вот 2 столба вкопаю. Еще не знаю, ошкуривать их, не ошкуривать. Но, скорее всего, надо будет ошкурить по-быстрому и вкопать. Ну вот, как-то вот так, может, из этого, да, из этого еще 2,60 выйдет, он, в принципе, не сильно тонкий, хотя мне потом, я не замерил, сколько там у меня высота будет на последних, вот, сейчас унесу вот это и потом буду мерить, и будем уже разбираться, смотреть. Дело прошлое, ребята, ходил за инструментом и не взял на новом строительстве веревку таскать бревна. Забыл, ребята, приходится топором мучиться. Ну, потихонечку, не спеша.
Корить сейчас придется, наверное, долго. Вот. Ну а куда деваться? Потихоньку, не торопясь. В ямочку. Фу. Так, тут, наверное, без перчаток не обойтись, блин. Надо перчатки одевать. Иначе хана будет. Так. Сейчас мы копаем. Даже высоковато, по-моему, получится. Еще осядь, будет нормально. О. Будем хорошенечко. Так, пожарил сальце немножко на ужин. И сейчас зажарю болгарские перчики на угольках. Вот, у меня тут светло, ребята уже включили свет. Две лампочки зажгли, так что нормально тут сегодня, на улице не холодно, прям благодать, лепота, можно сказать, красота. Запекаем до черноты прям болгарский перец и потом чисто снимаем кожу и можно уже кушать. Он получается очень мягкий, аппетитный такой. Вот один уже, в принципе, готовый. Сейчас второй такой же, также запечен. Блин, вот смотрите, ребята, у меня тут шершни просто одолели, на свет налетели, там их штук 6, наверное. Вон на лампочке, на этой. Кто это не лезут, а вот к этой облепили. Боюсь, как бы они меня не покусали сегодня. Так, ну что, будем ужинать. Я уже сегодня сальцо-то кушал, поэтому, ребята, у меня так мало и осталось.
Ну, ничего страшного, у меня что с собой есть? В принципе, банка тушенки. Вот, взял с собой тушенку, картошку, мяско, лучок, чаек. В общем, все в шоколаде. Ночной костерок, прям лепота, друзья, просто шикардос. Во. Сейчас самое главное черноту вот эту все счистить. Блин, шершень. Твою мать. Что такое осень? Это небо. Так, чаечек надо сделать. Плачущее небо под ногами. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень, я давно с тобою не был. Ну, в принципе, мне хватит воды. Ничего страшного. На чай-то. Сейчас вскипятить его, главное. Так, что это? Вбить, что ли? Тут где-то у меня были эти... Как они называются-то? Арматура. Но пока чаечек закипает, я сейчас дошкуриваю бревно, попробую его все-таки вкопать. Вот. Туда он. Самый конец. Ночная работа у меня сегодня. Чё, пила у меня, считай, весь световой день забрала на ремонт. Поэтому работаем сегодня ночью. Ну вот как-то вот так, ребята.
столбик вкопали. Ладно, трамбовать еще потом будем какой-нибудь доской. Уплотним, все затрамбуется, все будет четко. Чаечек подоспел. Жаль только пакетированный у меня тут с собой. Такого нету. С чаги. Придется пить пыль дара. Пыль бразильских дорог. Ладно, пусть запаривается. А что сегодня придется в избушке ночевать? Хотел, ребята, у костра на улице, но что-то там шершни меня эти достали просто. Придется, наверное, в избушку лечь. Отдыхать. Я приносил вот такой матрас. Завтра уже с утра тут наведу порядочек. Сегодня так маломальски застелю. Вот, а завтра уже, чтоб мягче было спать. А завтра все это выхлопаю, вытрясу тут. Все у меня за лето тут накопилось всякого этого мусора. Вот. Как-то можно, в принципе, и в этот спальник просто залечь. Я с собой спальник взял, чтобы не топить печку лишний раз, не хочется. На улице, в принципе, костер горит, его хватит за глаза, если что, там чая вскипятить или еще что-нибудь. Вот. Печку топить не буду, так как ночи еще, в принципе, не холодные. Так, застелить, чтобы помягче было. О, перина какая, ребята, ляпота. Ну и все, на улицу мы уже не пойдем, наверное. Да, завтра с утречка тут надо будет порядок наводить. Все вытрясать это, выметать отсюда. Паутины столько что-то. Все в паутине. Доброе утро, дорогие таежники. Ну вот, прошла незаметная ночка. Ночка была тихая, спокойная.
Вчера пришлось маленько растопить печку. Сдернул я все-таки, ребята, с потолка вчера вечером уже березовую кору, так как под корой образовалась откуда-то вода, то ли конденсат, то ли протекает где-то у меня баннер. Надо будет залезать сегодня на потолок смотреть. В общем, что там у нас вообще происходит. Глянем с вами. Если что, будем займемся сегодня с крышей. Да, надо будет доготовить два столба до беседки. Вот. В общем, будет видно сегодня у нас. Потому что на сегодня еще по погоде передали вроде как небольшой дождик. Не знаю, будет он, не будет, но небо затянуто. Похоже, что будет. Вот штанишки подсухли. Ну, доброе утро, Владимир Ильич. Ну как, еще угольки даже остались. Не все даже сгорело за ночь-то. Сейчас разогреем тушеночки на угольках. Позавтракаем. И будет нормально. Тушеночка вот такая, говяжья. Разогрей. О, печка целая. Поддув снизу. И баночка стоит. Можно разогревать быстро и удобно. Сейчас она махом. Минуту и все, он уже
закипело, забурлило. Жирочек. Ох ты какой вкусный, шикарный. А все, в принципе, можно. Жирочки растаяли. Но можно до конца открывать и пробовать. О, ребята, божественный, похоже, вкус. Тушеночка огонь, мясная, видно мясо. Жил вроде как нету. Мясо есть. И, в общем, очень много-много жира. Я вам хочу так сказать. Жирное. Ну, а так... кушать, я скажу, можно. Вот оно. Настоящие кусочки мяса. Мякоти. Хлеб забыл. Ну, прям добротные кусочки. Так, ну, немножко подкрепились. Сейчас, в общем, слазим на чердак. Посчитаем, сколько нам понадобится мешков. Разложим, посмотрим. Вот. Чтоб потом, то есть, убрать опилки, под низ настелить вот этих самых мешков, чтобы изнутри в избушку не сыпалось. Вот. И уже сверху будут у меня что? Сверху будут опилы утрамбованные. И поверх опилок насыплю землю. Вот. Я думаю, будет теплопотеря наименьшая. Эх, что тут? Блин, тут же у меня еще шоршни живут. Кстати, их погрыз кто-то, ребята. Кто-то их потревожил. Что-то они какие-то покусанные там. Так. Вот мы с вами. На чердаке. Ну, в принципе, опилки... как бы сухие, даже вот тут, я скажу вам, с краю они просто сухие. Ничего сюда не затекает, не попадает. И также по доскам. Доски, в принципе, тоже сухие. Но надо будет еще, когда пойдет вот большой такой ливень, посмотреть капитально, досконально тут. Побыть маленько в дождь. И уже глянуть, что тут у нас будет происходить. Вот, если где-то будет доска мокрая, значит, где-то затекает. А так вроде нормально пока. Визуально, ну, с визуального осмотра вроде ничего пока не видно. Так, ну вот тут вот что-то у меня под мешками как бы вода стоит. Как бы
влажные мешки. Что-то тут надо смотреть. Может, тут где что затекает. Тут и опилки как бы подпрели, что ли, маленько. Короче, надо смотреть. А, ну сейчас изба топится. Ну вот. Поэтому муж из-за этого. Вот, ну в общем, буду разрезать, ребята, мешки. Полностью стелить. И убирать вот это все. Это что у меня получается? Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть. Шесть мешков. Шесть, семь. На улице один, и с собой у меня еще там, по-моему, один мешок есть. Семь мешков. Да даже, может, из семи мешков мне тут за глаза должно хватить. В общем, сейчас я примерно посмотрю, как это у меня, что будет выглядеть. Вот. И уже это, уже потом пойдем столбы с вами заготовим, еще два штуки хотя бы.